Всем привет, друзья, с вами я, Иванушка, и сегодня мы будем проходить новую карту Майнкрафт, и со мной сегодня Нелифокс. Всем привет! И вы не подумайте, это не говно какая-то карта. Это не говно какая-то карта, потому что я обычно сейчас понял то, что говно карты снимать на моем канале не самая лучшая идея, но... Или я нашел нормальную карту, очень даже. Карта называется Universal Game. И... Короче, суть этой игры заключается в том, что мы должны забраться домой, переходя через разные игры, например, как в Бенди, Undertale, танки, я не знаю. Через танки. Да, оператора все удалять не буду, потому что вдруг у нас будут какие-то проблемы. Окей, давай, все, сейчас начинаем. Наконец-то. Стой, перед этим. Я уже нажал старт. Ладно. Новая игра. Я ничего не выйду. Слот один. А? О, нифига себе. О, открывайте, Роберт. Открывайте. Открывай, Роберт. Давай, ты будешь читать. Открывайте, Роберт, открывай. Ну, значит, ждем. Роберт. А, ну. Ты нифига там печки какие-то. Хотя яркость на нуле, ты знал. Да, я знал, мне и так на нуле. Вдруг что-нибудь интересное есть. А, ну. Ну, не на нуле. Так. Вот, плюс ноль. О, я открыл. Кажется. О. Белое все. Внимание, так, на карте есть стамина, отдохните. Так кто читает? Восстановить свою стамину, не бегать слишком долго, чтобы не устать. Так ты сказал, я читаю. Я сказал я. Да, ага, я помню. Ладно. О, лавочка. Все, где бабульки? Да, это ковали что-то. О, чашка. Нам сюда, наверное. Чашка. А, нет. Это пружина. Ой. Ладно, идем. Так, о, библиотека. Все, давай, я нет, никак. Анна. Ну, я думаю, нам в библиотеку надо. А может, нам просто надо прямо? Ладно, давай попробуем еще один дом. Это просто какой-то заброшенный дом. Это чай не наш дом? Стой, подожди, тут собака и рыба. Я рыбу забрал. Мне кажется, это не надо. А, я поставить не могу. Ладно, забирай. О, торт. Хотя, а вдруг она понадобится? Я на всякий случай возьму рыбу. Плохая собака. Нет. Почему мы такие медленные? Все, пойдем. Ты просто попробуй побежать. Будешь быстрее. Ладно, пока мне нравится. Я на контроль нажимаю, я как будто просто иду. Так и есть. О, сейчас, мне кажется, на мосту пойдем. О! Где это я? Ну, иди нифига сюда. Взрывы. Ты чё? А мы чё, прыгнуть не можем? Да, мы не можем. А дай рыбу! Да нет, бей ты на меня, на тебе рыбный соус. Кстати, мы Роберт. Да ладно, ладно, я внутри же голос, ты Роберт, окей? Ты за Роберта. Короче, я всё остальное. О, шахта. Смотри, нифига. О, похоже на мой дом. Что это? А, перчатка прыгучести. Нажмите F, чтобы использовать руку. Фига. А ты что делать будешь? Подожди, сейчас. Тут есть куда залезть, подожди. Я знаю как. Ну, вот, лови, я тебя сейчас скину. А, точно. Нифига она. Офигенная. Давай, прыгай сюда. Сейчас надо как-то вот так... Я так и думал, что будут какие-то проблемы, ну... Давай мне, давай. Нет, она моя. Все. Все, я ее... Сейчас, подожди, иди сюда, Ваня. Ты что сделал? Я что у тебя? Я ее размножил. А? Ну ты сам понимаешь, что нам будут проблемы, если у нас будет одна перчатка. Да. Мне кажется, мы не туда идем. Да пофиг, просто идем. Там была просто какая-то лестница. Да просто идем. Тут вон какие-то проходы. Нет, вообще ничего не понимаю. Смотри, туда или туда? Ладно, я туда. А, табличка говорит туда. А, ладно, я туда. Тут две таблички. Лавовая рука, приготовься драться, перчатка огня. Дай сюда, стой, дай сюда. Дай, мы поплыли. А? Одень её. Я умираю. Одень. А как? На F нажми. Забыл. Стой, ты где? В лаве. Я уже здесь. Стой, подожди. О, я прошел через лаву.
Там дальше лава. Ой. Окей. Все, погнали. Тут лава. Я гони! Я тоже. Приготовься драться. Да. Рука позволяет находиться в лаве. Десятки огня. Я тоже прочитал. Тебя рыбу убью. А тут чё? А тут одеваешь. А, надо будет менять. Вот в чем прикол будет. Всё. Ну ладно, это интересно. Блин, Вань, стой, давай назад вернем. Вань, иди сюда. Чем? Меня смущает, там была какая-то лестница. Меня это смущает. Всё. Иди проверяй, я не буду туда идти. Давай, вдруг там что-то важное. Ну хочешь, проверяй. Ну пошли вместе. Нет. Ладно, Себра. Вот, видишь? И чё? Ага, я ну я про неё исказил. А как я туда допрыгну потом? Да, там что-то есть. Ой. И как ты туда допрыгнешь? Я знаю, стой. Мой паркур! Ой, тут кнопка. Ничего. Ну-ка. Пасха... Я сказал. Ой, серьезно, ради этого? Может, а может, концовка какая-то будет? Изменение концовки. Мне в основной сути игры не нашли. Все. Ой, все, одеваем. Ой. Опять. Блин, меня это бесит. Я горю до сих пор, это бесит. Ну, все, теперь я не горю. Все, бежим. Ой, подожди. У меня стамина закончилась. Ваня, я ходить не могу, подожди. Я ходить не могу. А, во, все. Вань, короче, сильно сейчас не бегать, ты реально ходить можешь переставать. Да. Да, я утром перестал я ходить. Потому что нам говорили в правилах. О, а это ничего. Ну что же, пасхал какая-нибудь. О, свет. Свет. О, че? А! И как я сюда залезу? Гений, блин. Ой. А, там проход, сюда. Там проход. Тут проход. Ну, так я видел. 7:04 утра. 7:04. Мы снова тут. Мы в той части города, куда мы не могли попасть. Да. Здесь ничего. Нет. Я как. Это что? Это кафешка. Вы сюда, Вань. Подожди, я устал. Ты чё? Ты горишь! Да ладно! А этой можно нормально бить? На! Эх ты собака, на! Ай, я горю из-за тебя, ты что здесь? Я давай тоже, но при этом я её использовал, но горю всё равно. А, всё. Сейчас, дождёмся, подожди. Дверь, я тебя рыбу. Вон там открыт. Еще знаешь, как это. Стой, подожди, Вань. Мне интересно, где тут вообще игры? Ага, паркур. Во-первых, я автопрыжок отключил, он меня уже бесит. Я просто беру и сам по себе прыгаю. Ой, я паркурю, смотри, что тут. Ничего. Ой, ты паркурить умеешь, а у меня не получается. Хоба, о, рычаг. Подожди. Че? Че, активировалось? Ну, пошли. Дверь. А. Отлагай. Понятно. Мне просто типа все как-то касцен. Все, погнали. Период. Давай. Откуда все это берется, что-то же, черт. Это я, ад. Я Роберт. О, дай палку. Вань, ча палку давай. Ой, у меня перчатка левитации. Рука позволяет парить в воздухе. Нет! Ну это... Ха, бо... Да все. А, я не ту перчатку взял. Отпустить ее надо. Да пофиг. Домой идем. Домой. Действительно. Так игра еще началась. Чё? Ага, конечно, ты помнишь, как я робота убил?
чё у тебя? У тебя какая-то летающая золотая фигня. Ну реально, это какая-то... О, нифига. Ладно, я тебя буду бить. Да ты тут! Катя, а как эта штука бьет? Она вообще не бьёт. Да она бьёт! Это палка. Ладно, пофиг, я беру эту штуку. О, нифига тут темно. Сейчас, подожди. Так возьми, как там, перчатку зрения. Ладно, я туда пойду, ты туда. Ах ты собака. Тут целых много проходов, и я нашел один. Фига, чё это? Чё там у тебя? Чё-то интересное. Ой. Ой. А куда мы? Редстоун. Подожди, там что-то есть. А чего нету? Назад. Спасибо. Я теперь там же, где и пик один. Ты ничего. Если что-то найдешь, я говори к тебе. Я вот нашел. Ой. О, я вниз. О, это как типа. О, я смог пройти вниз, Илья, через эту трубу типа. Там можно спуститься на S, на S, не на S, на что-то можно нажать и полететь. То есть, скажи, на что нажимать. Я не знаю, просто подойди, должно сработать. А, о, реально. Нифига себе. О, Вань, я тут рядом с тобой. Я вижу, только тут надо идти, а тут никак, типа, я левитирую, и невозможно просто нормально. Хотя... Фух, я не в самом начале. Молодец. Все, тихо, левитируй. Тихо, это какая-то фигня, честно говоря. Да что, голуби? Я тут еще... Вау, такого я еще не видел. Что это за пальцы окровавлен? Каменная кирка. Ну, давай добудем эту окровавленную фигню. Я жива. Я не могу, она ломает полированный андезит. Чё ты делаешь? Ой. Нам надо искать более ровный андезит, Илья. Вот он. Всё. О. Так. Чё? Ой, это чё? Картина? А где все вещи? Вещи мои где? У тебя тоже вещи все пропали? Да, я на кровати. А, мы проснулись? Это был сон? Мы друг друге спали. Молодец. Мы дома. Кубик какой-то. Чё тут себе на арбуз летает? Чего? А это у меня какая типа вывеска. Туалет. Можно покакать? О, туалет огромный. А, зеркало? Почему я не отражаюсь? Ты вампир. Мы теперь вообще в другом доме. А теперь мы где? В поезде. 6:20 утра. Ну вообще, какой игре? Катя, а мы в какой игре первые были? Да мы не в игре были, это наш город был. О! Чё? Ты ж в Питтепере тоже? Да. А! Чего? А! Ты кто? Это чё? Вань! Так, давай, Роберт, проверим твою работу. Ты за Роберт. Так, так включи тот рычаг. А ты... Тихо, я за Роберт. А, Тим. Всё. Это Тим. Я включил. Мне кажется, ты не работает. Ну, озвучивай. Походу, не хватает одной детали. Вот этой? Загляни сюда, хав, может, там есть детали? О, вот детали. Кинь мне. Нет, я сам. О. О, сюда. Ага, теперь снова нажми на ручку. Залагал. Портал. В те самые измерения игр. На тебе. Brawl Stars. Мне пойти с тобой? Нет. Иди в жопу, ты нафиг не иди. Я сделаю все сам, и я просто посмотрю, что там. А, вы чё? Это что за игра? Брал, это змейка, я понял, мы сейчас змейка. Какая змейка, попадаем. Это что-то другое. Это вообще машина какая-то. Может, это Brawl Stars?
Ты какой Brawl Stars нафиг? Портал! Первая игра это портал! Где куда? Где я? Портал? На портал домой пропал. Мы в портале! Не, опа. Портал внутри портала. Чё-то неплохо. Идеальный побег. И чё? Подожди. А чё у меня ТП-ха в одно и то же место? Или хватит? Не ТП-ха. Зайди. Во, всё. Так. Портал. Let's go. Двери такие крутые. Вау, мы реально? Да, решили. Мы реально в портале? А, подожди. Мне надо же поставить сюда что-то. Вперед. Кнопки. О, куб. А, ты что сделал? А второй? Второй ту кнопку. О, нифига, прикольно пока что. У меня было. Сохранение. Ну все, теперь можем заканчивать. Ну, пока. Да, ну я его открыть, а мы сегодня будем. Клуб. Блин, такая прикольная музыка заиграла. Стой, подожди, у меня звуков вообще нету. Все, погнали. Стой. А где, стой? Вот. И опять головоломки. Готово. Теперь здесь. О, кнопка и куб. И что теперь? А, значит, туда нам не надо или надо? Это, наверное, походу следующий уровень. Или я замолчал? Ой. Так, я вернусь. Так. Где? Здесь. В портале? А, не в портал. Портал? Мне дают куб. Опять? Может, нам надо его здесь поставить, что ли? О! Все, я кинул. Куда? Я кинул уже. А, так... О! Там перепрыгнуть надо было. О, лифт! Стой, подожди, ты там... Хорош. Я выиграл, сам потер. У меня вообще кусочек железа, у тебя его нету. О, это что такое? Сюда кубы надо поставить. Ладно, я еще взял первый куб. Ты зачем сломал? Да ты чего, я что это ставить надо? Надо вот сюда нажимать. Так тут фиолетовые они. Тут фиолетовая штука. Так и что? Чего ты взял, что ставить надо? Чем мы теперь? Ну что это все сломал, мы проиграли. Закрыть. Подожди, тут наверх забраться можно. Во. Я наверху. Ой, у меня стамины нет. Да подожди, стамины нет. Какой стамин? О, две кнопки. Да подожди, да ты ничего не делай. Тут тебе надо вообще две кнопки. Ваня, если ты не забыл, в игре стамина есть. Что это? А второй внизу. Куб компаньон. Вань, ты меня слышишь? Стой на месте, ничего не делай. Кидай вот сюда. Подожди. Так, сюда и вот сюда. Все. Теперь надо сюда, наверное, пойти. Да, здесь еще я что-то. На... И тут вдруг... еще один куб. Нашел портал. F-портал нашел. О! Че? Где я? Вань, дай куб. Куб. Ну. Кинь куб. Тут еще. Ты туда поднимайся еще. Все, я наверху. Ты открыл вторые двери. Да, я. Где? Ага, вот. Погнали. Вперёд. Блин, я будто реально в портале. Вот. А вот мы хотели там портал проходить. Зачем? И чё это? О. Это портал открывать, заходи в него. Да подожди, чё не ты? Чё, давай дальше. Заходи. Куб. Давай. Там. Но в начало само надо идти. Ты что-то сделал? Спасибо. Ты, я ничего не делал. Ты просто не должен заходить
Ты просто, когда заходишь в портал, на месте стой и все. Да а, ты... ты должен активировать портал. Ты должен активировать. Есть! Погнали. Как ты попал сюда? Да. Заскамили Илю. Так, ага. Тут надо закрыто, а тут надо пройти, значит. Спасибо. Так. Чего? Зеленый. А? Фига, тут кубов. Что? Я уже ничего не понимаю. Кто-то понимал? Честно говоря, с каждым разом все сложнее и сложнее. У меня два куба. Дальше. Сюда. А, сюда заходи. Дай куб. Все, проходим. Фух. Там кстати, еще какие-то а странные. Куб пропал. О. А, кстати, Ваня, у меня куб пропал. Ладно. Я кстати, прыгаю. Нам должны давать будут как-то. Портальные то пушки я видел. Да, если тебя дают, сразу говори мне кидать. 4, 3, да? 2, 1, чего? А, я понял, рандомер мы за это время должны... Что-то открываться, наверное, открывать. Нажми, нажми, нажми. Да я слышу. Быстрее сюда, сюда. Подожди, подожди. Да я не допрыгиваю, тупо. Все, теперь дурак. Я понял. Сам дурак, все, я теперь понял, как. Да я... Здорово! Да чё ты сделал? Ладно. Давай. Всё обесценил труды. Кидай. Или его ставить надо? На, поставь. А, это ставь. Кидай. Деньги. Куб. Куб. Да. Хоба. Хоба. И чё? Это мне кажется, что мы прыгаем. Кидай. Сюда кидай. И сам прыгай сюда. Нет. Тогда я с тобой к тебе иду. Тогда надо его поставить. А куда? Может туда, потому что дверь открывалась. Какая дверь? Тогда... Да ты сейчас без меня пойдешь, я же знаю. Да. Надо тебе куб не отдавать. О, опять какие-то... Вот я и говорю, ты без меня пошел. Ой, у меня куб исчез. Вот. А у меня плюта пропала. Ладно. О, портал. О, подожди, я активирую. А, тут что-то происходит. Илья. О, Маня. Дверь открывается. А, ты вот это посмотри, где я? У меня куб пропал, когда я зашел. Чё за фигня? Значит, нам нужен куб. Илья. Вань, да. В этом-то и прикол. Мы не можем пройти в комнату с теми предметами из прошлой. Нет, я взял куб из этой комнаты. У меня пропал из-за того, что ты зашел. Поэтому мне надо сейчас один куб, еще один. Окей. Угольный блок, окей. Ваня, нет, сначала вон туда на плиту надо. Кидай, да, и теперь вон туда на плиту вставать надо. И сам беги сюда, и сам. И сразу же в портал. Быстрее. Илья, зачем ты стоял вообще? Так надо, нам надо вон так пойти. Да ты... Идем. Есть! Всё, я тут. Да, изи, говоря.
О, да. Сохранение. Чего, темно? Чего? О, я бегу. Когда нам центральные пушки дадут? Никогда. О. Быстро, эффективно и мощно. Спасибо. Я сейчас могу. Давай. Я опять ударился. Есть! Портальная пушка. Стой, подожди, Вань, я говорил не дай сюда. Да, подожди. Илья, может я сделаю портал? Давай. Сейчас вот. И вот сюда. Давай. У меня нет. Подожди. Подожди, сейчас я попробую еще раз. Она вон там. Заново, Илья, вон там. Вон там портал, вон, куда я навожу. В смысле? А. Кидай. Ну, а, точно. Готово. Ура, еба. Так, ладно, опять. Готово. Все, я здесь. А я нет. Последний уровень и все. Да подожди, я не понимаю, как порталы эти работают. Так в смысле, просто в одну штуку стреляешь, потом в другую штуку стреляешь. Все. Наконец-то. Так. Теперь. Готово. И здесь. Ничего. Да, Вань, подожди, не проходи. Так, все, я тут. Здесь это так сложно. Опа. Чё там? Там следующая игра. Опа. Ну ладно, мне кажется, на этом надо будет заканчивать. А чё музыка замолчала? Давай посмотрим, чё ещё и всё. Чё? О, чё это? Кстати, я тоже получу. Ладно, хочешь прикол? Чё? Чё? Мы как одно слово. Если получал урон я, получаешь, а ты. Ладно, Илья, давай уже будем на это заканчивать. С вами был я, Иванушка, или Фокс. Всем пока. Пока-пока, и да. На-на-на-на-на-на-на-на.